Телеканал «Хабар» готовит прямую трансляцию вечера профессионального бокса. В воскресенье на ринге «Алматы-Арена» встретятся бойцы из Казахстана, Африки, Индонезии, России, Венесуэлы, Узбекистана, Грузии и других стран. Главным блюдом вечера обещают стать титульные бои непобежденных казахстанских боксеров Айдоса Ербосанула, Садриддина Ахмедова и Нурсултана Жанабаева. Соперничать с ними будут мастера с не менее солидным послужным списком. В андеркате основных встреч запланировано еще 5 поединков. Начало эфира в 22:00 по столичному времени. К этой встрече у меня особая подготовка и в физическом, и психологическом плане. Наша основная задача — показать достойный бокс, к чему мы и будем стремиться. Мы упорно готовились, но и соперник не дремлет. Все, кто не сможет прийти 24 марта и стать зрителем вечера в Алма-Ате, могут поболеть за нас перед экранами телевизоров.